Короче так, я уже снимаю с туалета, потому что в зале такой стоит галдеж, такой гул, сидят гости. Уже начался корпоратив, начался праздник. Я в этом колпаке. Но я сегодня, кстати, я сегодня была в одной команде с великими, интересными ребятами. Я работала с шеф-поварами. Они с разных точек города Москвы. Туалет ко мне уже ломится. Так, работали мы сегодня с 7 утра. Уже здесь были, в этом помещении, в этом павильоне, который переоборудован в ресторан. Гуляют 200 с лишним человек, почти 300 человек гуляют. Устала чертовски, но уходить не хочется, потому что классно, потому что весело, потому что предстоящие новогодние праздники, новогодние дни. Взгляд немножко уставший, лицо уставшее. Я такой поваренок. Ломится ко мне в туалет. Я не открою. Мне больше негде снять. Я нахожусь на работе. Я уже, как Люда Гуцуляк, снимаю в туалете. Покажу вам туалет. Флорида Ялта тоже снимает туалет. Ну вот я покажу. Вот здесь у нас полотенце. Штучка такая, которой нет. Нет, есть. Вот, видите, вот, штучки. Тазик чистенький. Туалетная бумажка. Вот такая бумажка есть. Короче, я как Флорида Ялта начинаю снимать туалеты. Но это возрастное. Ну, наверное, все уже. Наверное, все, потому что надо бежать уже дальше. Гуляние продолжается, праздник продолжается. Если появится Дед Мороз со Снегурочкой, может быть, я сниму и тоже вам покажу. Все, я побежала. Пока.